Всем привет, с вами Эндербро, и сейчас вы тотально охуеете. Может быть, вы об этом и знали, может быть, и нет, но вот буквально нахуй вчера в Стиме реализовали Digger Online. А как вы думаете, как это переводится? Копатель онлайн? Вы только посмотрите на эту невъебенно охуенную заставочку. Как они хорошо постарались-то. Ой, на английском, какие они крутые. А теперь мы посмотрим на эту хуйню. Вы представляете, гей в капле ебанулся. Это же ебаный пиздец. Она не того, что она еще и бесплатная. Вы представляете, она бесплатная. Вы представляете, она была, блядь, платная. Я просто бухуел. Не рекомендую. Пиздец, вы только почитайте это. Убожество. Уходи, уходи. Отошел. Отошел, не уходя из Стима. Конкурент GTA и Witcher 3, вы представляете себе это? Вы, блядь, это представляете? Ёбаный копатель реализовали в Стиме, да это же ёбаный пиздец, строительство, ёбаный в рот. Строительство, теперь вы можете строить, блядь. Не то, что ёбаный в рот здесь Майнкрафт не реализовали. Это вообще, ладно, я бы охуел. Но ебать, копатель, копатель. Сейчас мы зайдем в эту игру, и вы просто охуеете. В общем, пиздец, зашел в эту парашу, у меня аж Steam вылетел. Ох, блять, как здесь можно все настроить-то. Русский. О, кристаллики. А что если их купить? Вот, самые дорогие. Ой, покупка не удалась. Ребят, в этой пизде дохуя ебаных багов. Вы видите, вы покупаете эту ебаную хуйню на халяву. Вы представляете себе это? Вот происходит покупочка, у вас выбивает эта хуйня нахуй. Вы покупаете, вы тупо покупаете. Вот это пиздец, вот нахуя. Вот нажмем играть, быстро играть. Даже не знаю, вот ваша карта. Играть, вот, блять, да похуй, создавай. Ой, блять, я не знаю, ну ебаный в рот. Ну нахуя так портить Steam? Не то, что, блять, здесь блокаду реализуют. Кубизумие, ну это же пиздец. Копатель в Steam. Сейчас туда сигры из контакта перекачуют. Это будет просто пиздец. Ёбаный в рот, копатель в Стиме, ребят, вы это представляете? О, да! О, как можно ломать-то, как весело, блять, это просто пиздец. Помимо того, что сделали мир не бесконечным, это же ёбаный Майнкрафт на ПК. Это же так круто. Здесь можно делать все как в Майнкрафте. Майнкрафт, 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 Майнкрафт. Блять, помимо этой хуйни, что ж, блять, как в инвентарь-то зайти, ёбаный в рот. Ёбаный в рот, ёбаный в рот, ебать, етить, колотить, сука, пиздец, нахуя, 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 нахуя так делать, вот нахуя, ребята, вы понимаете, вы, блядь, это понимаете, нахуя так все делать, пиздец. Я охуею, вот примерно через 2 дня на эту игру выпустят читы, не то, что они есть в ВКонтакте, они будут и в Стиме. Я вот охуею, если за это еще и ВАК будут давать, вы представляете, ВАК накопателя. В общем, пиздец, ребята, кому некуда тратить свое здоровье, жизнь, время, вы просто живете ради того, чтобы ссать хуй, вот вы можете зайти нахуй и поиграть в эту парашу, ведь большего здесь делать нельзя, можно строить вот только вот такие маленькие мизерные пиписьки, и все, вот пиздец, что за хуйня, даже блоки, блядь, не ставятся, ебаный в рот, в общем, вы хуесос, вы уебок, играйте в эту хуйню, всем удачи, всем пока.